А вы чё ждали? Молодцы, чё я вам скажу. Они там все сдохнуты от агрица, нет? Не факт, может побежать на нас. Подождать трудно. Мы бы побежали вниз. Не смотрите на леща, я за камушком на око. Что-то не понял, а что не портует ключу? Бой. Потому что бой висит, Лимон. Там. Кто-то загрил Валю. Так они летают, они не бьют никого. Кто-то еще кого-то, значит, загрил. Все, почекаем. Отошел бой. Ну, отлично. Сложная тревога. Что, записали, что? Как я в соло Эндрос зашел? Мне так войду. Конечно. Ну, 1% соло. Все, все, ты перед Виси выебнулся, хватает. Ну, давайте, да. Я перед рейдом выебнулся. Побежали. Лок там есть, нет? Есть. Ну, отлично. Сейчас засумоним, кого засумоним, плюс чат. Блин, не давай шкаф. Ты че, Ланчо умер? Плохо, очень плохо. Надо было вообще шмот дизнуть нахрен. Да, да. Тыкаем. Спасибо. Еще кого надо сумонить? Встаем, отлипаем. Тафик, ты релогаешься для Дона? Не забывай, включи его на постоянку. Лео, а ты лучше встань, а меньше пишись. Чё сдохши валяешься? Кого еще сумон на? Плюс в чат. Деду. Бро, я тебя суманул. Но ты не принял суман. Так, кто тут вообще не был? Да ты чё, издеваешься? Иди в попу. Лимон, поставь себе метку. Чего? Метку себе поставь. Кого еще надо засмотреть? Я далеко поставил. Нормально аж будет квадрат. Вроде как. Чуть можно дальше. Лучше поставь яркое что-то, как что не в цвет. Видишь, он сливается. Золотой, например, лучше очень хорошо на синем видно. О. Так. Серьезно, плюс чат, кто не знает тактики. Маленькому подойди, я кулак баф. На лисе с обычкой только Глора осталось, да? До фулл биса танк. Привет, бис. Ну, с обычкой, я говорю, у нас фулл бис будет. Прикол-то в том, что ты ее точно не забираешь. Ну это да. Тавр, диспелит их Лимон. Ну просто я не хочу, чтобы он падал, только потому что я его не забираю, и я не хочу его видеть.
Сначала бить надо. Это очень эгоистично с твоей стороны, Алиса. Ребят. Ладно. Первая фаза. Соответственно, стоим мы все крестики, ханты чуть дальше. Далее. Танка босса нам подводят. Соответственно, босса бьем. Будет босс кидать болезни. Вы можете уешить, это не запаривайтесь. Я имею в виду кливом бить. Не надо чисто уешить на мобов. Играем чисто в босса, можете кливом, вихрями, там, ударами, которые на клив можете бить. Чтобы с танка лимон не сорвал босс. Чтобы он был на этом, на месте. Соответственно, будет кидаться... Как там она? Чума. Как она называется точно? Мертвящая чума. Мертвящая чума, во. Соответственно, это болезнь. Ник я буду произносить, вы с ней что делаете? Вы берете, как со звезда, соответственно, отбегаете 3D метки звезде. С вас ее лимон продиспеливает, соответственно, танк. Вы этот дебаф можете увидеть около вашей категории. Соответственно, с вас продиспелили, вернулись обратно. Это вся тактика на первую фазу. Далее. Соответственно, каждый переход на фазу будет перефаза. То есть переход к... Соответственно, что на ней будем делать? То есть довели босса до 70%, отбегаем на край. Держимся по центру. Танк уходит ОТ, соответственно, паладин уходит сюда с мобами. С нас будет вылазить гневные духи. Гурский, ты на шарах. С нас будет вылазить духи. Соответственно, под духами, перед духами не стоим. Му напуливай, клыкач напуливай, гурский, если по возможности, напуливай на Эвинар. Как его? Духов. Соответственно, духи будут появляться, духов... Ставишь вот сюда лицом, где я сейчас прыгаю, Алис. Соответственно, бьем спину. С тавер, с Алисы, пожалуйста, продиспеливай, потому что духи бьют конусным АОЕ, соответственно, дают сало. Но там... Далее, дух первый призвался, мы его бьем. Если призывается второй, пока мы первого не убили, соответственно, играем уже по новому духу. Того дотикают доты, закливаем. Надеюсь, понятно. Далее, перефаза заканчивается на тайминговую. Соответственно, на второй фазе. Сбегаем, танк ставит лича на центр. Мы все сбегаемся под жопу босса. Для чего мы это делаем, а? Для чего мы это делаем? Соответственно, будет брать валькирии, во-первых. Будет три валькирии. Призываться. Валькирии берут рандомного человека в рейде, соответственно, кроме танков, и несут их к краю платформы, чтобы их скинуть. По этим валькириям нам надо сыграть. Дык-дымыч, ты какую меточку берешь? Так напомню мне. Сосочек. Ромб? Печенька моя. Твоя печенька, там ромбик и трусы вроде ж, да? Угу. Шреддер, трусы твои. Первый стан. Мой ромбик, соответственно, лимона печенька. По валькириям сначала точечный, потом гневами. Клыкач, гурский, под валик, пожалуйста, катки ставим. Это очень помогает при замедлении их, чтобы вывести человека, соответственно, с вальки. Клини, твоя задача на второй фазе. Ты стоишь на краю платформы, соответственно, вот здесь вот на край ставишь портал, можешь бить в любом месте. Соответственно, валька тебя берет, тебя она скидывает, ты порталом возвращаешься. На тебя мы время просто не будем терять. Далее, босс будет кастовать осквернение. Осквернение, соответственно, кидается на рандомного человека в рейде, может кинуться даже на МТ. Соответственно, с осквернения надо выбежать. Как выносится осквернение? Осквернение выносится или к порталу, портал это вот здесь, где я сейчас прыгаю, звезд, соответственно, выносите сюда. Или выносите к трону, к личу, соответственно, в эту сторону. Самое важное, главное, на ход валькирий вы вообще не бежите, когда командует, скоро будет осквернение. Соответственно, или... разбегаемся, осквернение или какая-то еще будет команда, соответственно, со осквернением. Вы на ход валькирии не бежите.
чтобы осквернения под валик не было, иначе мы просто человека не выведем. По второй фазе это все, соответственно, также будет переходка, босса отведут, также с духами поступают, соответственно, духов отворачивают, духов бьем, начинается третья фаза. Третья фаза будет или вот так вот босс будет водиться, соответственно, на центре никаких осквернений не должно быть, никто через центр, кроме танка, не бежит. Надеюсь, понятно. Соответственно, или вот так вот, как я сейчас бегу, крестом. Соответственно, вот так вот босс будет водиться. Или, соответственно, от трона до портала. Здесь понятно. Далее, босс на этой фазе будет призывать духов. Если вы не будете стоять за спиной босса, босс вам будет, соответственно, не будете стоять за спиной босса, духи будут лететь по разным сторонам. Если дух к вам подлетит, он взорвется где-то на 1015-16 единиц урона. Это не очень профитно, может даже шутнуть. Соответственно, стоите в одной точке, старайтесь, чтобы танк, если что, танк разбивал, то есть ловил духов, чтобы они не летели в рейд. Далее, соответственно, когда босса будет переводить на другую сторону, вы бежите по кругу, или слева, или справа, потому что на третьей фазе также разливается осквернение. Также со осквернения выбегаете, становитесь за жопу босса, бьете босса. И все то же самое делаете. Далее, на третьей фазе будет рандомного человека в рейде. Может хила, может ддшника, может рддшника затянуть в комнату. Там будет моб для ддшника. Вам надо убить моба, и если он будет кастовать, соответственно, сбить каст. Нет, медвей, нет. Сначала что? Надо дождаться, пока он начнет кастовать, сбить каста, потом убить. Потому что бывает багается, если убивают моба быстро, маху бьет. И, ну, как бы, тайминг коста пройдет, а он не будет сбит и личит. Ну, соответственно, раздамаживаете, ребят. Раздамаживаете его, не убиваете, пока каст не собьете. Надеюсь, это понятно. Хилам надо захилить этого, союзного моба. А если нечем каст сбить? Это у кто есть способность, это... Погоди, это кто говорит? У ШП нет, у меня не вкачан талант. Кого не нежите? А, все, понял. Там нежить будет. Базар. Чек на готовность, на понятие тактики. Соответственно, у кого что-то не хватает, пишем в чат. Алиса, Лу. Тут. Лу. Все готовы? Соответственно, заложу. Алис, встань сюда. Проще будет повернуть. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Около кристалла тут где-то поставишь, и нормально. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Тафик без фласки, луг без фласки, клыкач, турбой, с любовкой, такое? Да, не надо ритан делать, смысла нет. Видите фласки, ребята, вы же не в РБК. Бейте на ДД фласки, на СПД, на АП. Хилы на СПД. Заражение будете захиливать. На полный винар сделали. Поворачивай. Каркари. Алло. Шредер, повиновение выруби и подпорчи фигач.
Войд. ДПС апает в трец, а? Второй шарк еще. Или третий? Второй? Второй. Третий. Два процента быстрее один. Отлично. Мобов не бьем, этих шаркающих не бьем. Готовимся духов бить. Гурский на сферах. Гневный дух, лови. Бьем гневного. Да, лови духа. Ловить. Так, переходная фаза, забежали. Забежали, все на платформу забежали, быстро. По духу играйте. В центр сходимся. Добиваем сначала духа. Перед лицом духа не стоим. Готовимся, валькирии. Половили. Таны. Как там до сохранения? А, нормально, бьем. Осквернение 5 секунд. Отбежали. Отдал танку каплю, следующий от Шредера. Отлично. Поворачивай лицом к осквернению. Печенку встали все. Печенку. Геру лицом, дали. Лицом в лужу. А лицом в лужу лича. О. Там же на 40, да, третья? 37. Да. Сейчас валькирии, потом осквернение. Осквернение разбежались. Наклините осквернение. Отлично, по валькириям играем. Все по валькам, быстро. В трусы играй. Чинка не улетит 100%. Квадрат. Алиса мордой кузу. Да, разойдитесь, поверни. Будет первое осквернение. Осквернение 5 секунд, разбежались. Потом оперативно надо сбежаться. На мосе. Квадрат, бегом. Бегом, 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 бегом в квадрат. Бегом все в квадрат. Ждали, по валькам играем. Убили, набираем раньше. За спиной лича. 5 секунд осквернения, разбежались. На мосе. Моса быстро, близко, не, но, точнее, быстро не подбегай. Поворачивай лицом ко второму. Это новые лужи, всегда лицом поворачивай. Кучнее. Готовимся, валькирия. Валькирии сейчас взяли, разбежались осквернения. Разбежались быстро. На тафике. Вышли со осквернения, по валькириям бьем.
ромбику стан. Ромбик, бейте! Ромбик сейчас уйдет, станы по ромбику. Неправильно встал ромбик. За спиной не стоял, поэтому полетел в говно. Осквернение 5 секунд. Рэнджу набрали. Быстрее. На Гурском. Сбежались. Сбоку стоим, сбоку. 44%. Встаем. Играем по боссу. Фул по боссу играем. Я в вальсе. Веди стороне. Веди. Да, веди к краю. Быстрее, быстрее веди. 1%. Все к краю, все к краю. Все к краю, бегом. Мастер аур отдал. Забежали. Быстрее, быстрее, прохил рейда. Гневных духов ловите на одну сторону. Свента. Сферки тут помогайте. Они сфера. Быстро... Сферы. Клыкач, помоги. Второй дух, по новому духу играем. Последнего отдаешь мне. По новому духу играем быстрее. Пусть на... пусть на агрит сначала. Ну короче, если не на пуль, то на пуль следует. Надо как. Где? Не, лучше на меня на пуль. Переходка не будет. Не будет духа, не будет. Отлично. Готовимся. Сферы добейте. Сферы добили. Да, далеко не убегай, Алис. Стой тут. Твой турбойство, да. Сейчас сохранение будет, не? После жертвы. Нет. Поворачивай, за спину. Жертва душ на Зурука прохил. Призыв духов, Алиса уже побежала. На следующую сторону. Не все бегает. По кругу. Не бегите через центр, ребята. Сейчас будет осквернение. Зальете центр. Где? 2 секунды. Дух в рейд пошел. Духи в рейд. Ладно, забегайте. Прожмитесь. Я могу шпшкой поймать. Нормально, нормально. Все, за спину зашли пока. Духи, переводи. По краю все побежали. Что это? Там шнец будет 5 секунд. Нажми БЗ сейчас и отдай каплю ДК. Быстрее. Осквернение на элемент ПРО, отлично. Все за спину. Лис, поворачивай его. Поворачивай, поворачивай. Все остальные за спину. Бьем в спину. Чего они так быстро летят? Раз медленно летит. Десятки тоже медленно. Если вы стоите в этом, жето на мосе, мосу, мосу прохил. Мосу прохил. Побежала. Отлично, все по краю. На турбойсе. Поставила, повернула. Все остальные за спину. Дымыча прохил. У тебя нету прожимок? Я следующий разобью. Давай. Осквернение. Теперь уже побежали. Осквернение будет только после духов. Запомните это. На кнозу руки. Вышел, вышел со осквернения. Вышли, бегом! Вы мерзости. Вы что, издеваетесь, что ли, или что? Или бегать из осквернения не можем? Такой трай засрать! Конец. Миллион ГП, нахуй. А как, блядь, вы зашли в лужу? Князь Рук, ты же один стоял. Еще раз говорю, сука, с лужи не надо прыгать, а просто выбегать. Так вышел, так долго выбегали. Остальные почему не отбегаем осквернения? Видно, на кого, на кнопцу рука было осквернение. Почему остальные там... стояли рядом. На одного вешается осквернение, значит, можно уже через центр бежать.
Вы по краю этот освобождаете проход для танка, чтобы он не обегал ваше осквернение. Я охуею, ни одного трупа, блядь. Хоть теперь запись поставлю. Сейчас лес мне вставайте. Какой-то еще валькирии загрите, блядь. Где ГП? Ну а кому мне? Вару, который выбежал с лужи? Ну, в принципе, заранее говорили РНЖу набирать, что там они кучковались, непонятно вообще. Мозгов нет совсем, что ли, блядь, вам говорят заранее. Сейчас будет осквернение. Дистанцию набирать, что ли? А не строить какого вообще путь? Встаем. Вам говорилось, не прыгайте в осквернение, это не циркуль. Там на циркуле тоже нельзя быть. Да, блядь, там то на X5, то можно, то нельзя было. Кто не понимает, как работает лужа, объясню вам. Каждое касание лужи увеличивает ее в диаметре. Соответственно, если вы бежите по ней, когда она под вами разливает, без прыжка, это считается за одно касание. А если вы прыгаете и два раза успеваете ее коснуться, она увеличивается на 20%. И те, кто не виноваты, рядом с вами стоят, начинают тонуть в этом говне. По вашей вине. Идите играйте в линейку, там нет прыжков. Шкаф поставь, пожалуйста. Нет. Ну, попрыгаю. Как-нибудь. Надо бежать по ней быстро. Не, нормально. Баф отдаем, фулл баф. Чек на готовность. Чего вы там на рыбе сидите? Или рыбу протыкали уже? Дети, ребят, сейчас свет выключу. Бафы даем. Сейчас там джипсу дам. Дживс слева. Ой, справа. Починились сразу все. Чек на готовность. А после первого хорошего трая начинаются хуёвые, да? Ну, по сути, чего не хватает? А чё, типа, тебе вообще бафа нету или чё? Чек еще раз на готовность. Все готовы, завожу. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную сумму. Лимон, не надо этот делать ретаунт. Он бежит сразу в рейд, и ей проще словить будет. Что делать не надо? Ретаунт. А, ты про лужу вначале? Да, да, не надо. Он бежит на тебя, она лишние движения делает, а так он сразу на рейд бежит. С баганом Т4 ДКшником, он вообще на ДК должен бежать первым. Но я не буду слушать.
доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Миш? Тавр. Шансонг. Шаркающий. Бойзер. Оперативней на этот. Отлипать. Встать можешь? Вставай. Сразу в рейд. Бойзера прохил. Фулбаф отхил. Таском. Фулбаф шамана, да, или? Переходная фаза. Прохил заражение. Гневный. Теряются? Нет. Вроде как. Я не проверял. Они шахлятся даже. Ладно, стопнули флот. Вторая фаза. Долили сферы. На центр бежим. Играем через духа. Валькирии, готовимся. Ну, жалейте перед ним. Чё вы стоите, смотрите? Пожили режь. Осквернение 5 секунд. Разбежались. Так, на тавере. Вышли со осквернения. Вышли. Ставь лицом в этот, в лужу. Остальные за спину. Подрать. Геру. Май, я перезвоню. Ну, я понял, перезвоню, давай. Валькирии, готовимся. Дальше осквернение. Осквернение, выбежали. Выбежали на Гуччи. Пиздец. Хорош Гуччи. В центре стоял, да? Вообще не отбегал, когда на нем лут была. Блять, начинается нахуй.
Сколько КП за вайпрейд? Угу. Сотка. Обратно. Лучик, ты видел, что он тебе лучше? Да я прослакал, сорян, сейчас все нормально. Ступай с миром. 10 секунд, подождите. Сейчас мосрез будет. А почему у меня порт закрыт на... Короче, на этот этаж? Ну, Кнезорук, ну ёб твою... Чё? Вальку сорвал. Ты вараун. Плюс чат. Ну, у нас комбат не по самоним. Угу, да, я вижу. Все, Валька к нам полетит, блять, вообще охуенно. Она не долетит, конечно, блять. Она будет лететь. РНЖ отагрится, наверное. Не факт. У нас Вальки сюда... тут летают. У нас сюда, с третьего этажа, где корабли, летел дракон. Чего вы мне рассказываете? Сюда. Она тут летает, но когда ты через текстуры полетела, блять. Прямо, нахуй. Куда, вниз или вверх? Не, она просто тут летает. Не умеете бегать, нахрен. Блять, не беритесь. Лежите, вас нахуй здесь леснут. Молодцы, мы в бою. О, а то багалось, отлично. Лимон тут? Да. Вставай. Войт, ты чё вдали? Ласки. Угу. Хотите, мог купить? Да, мог бы спросить, у меня милишный-то есть с собой. Шкаф. Шкаф поставь, клинит, пожалуйста. У тебя много душ? Вот шардов, имею в виду, да. Отлично. С такой скоростью вообще реально тут духов убить, блядь? Если на ачивку идти. Когда у тебя ДПС в два раза больше, чем у нас, тогда да. Тыкаем. Я уже выйду. А, тут... Баф дали. Фулл бафа дали. Поваром в приоритете. Каску варам. Дайте каску поварам. Шредер. Спасибо. Чек на готовность.
Все готовы, завожу. Давайте, не обосритесь. Так ты посмотрел, Лимон? Сколько у тебя тут? Что? Что? ГБС. А, не, не посмотрел, я еще... А, подожди, это ГБ или Джикс? После рейда гляну. Джикска, да. 12, спасибо большое. Позже, потом еще, да. Видишь? Бак, это 4. Шаркаш. Войд. Войд. Чё? Шаркали. Чё? Нормально, нормально, не отойди. Отлично. Шарка еще только забери. Маленькому. Пять процентов. Отлично, переход на край. Ты красавчик уж. При том, что это женщина, да? Да. Лишний флот убрали. Агро-агро! Шарам. Не забываем. Все бары есть. Моса Берни, что за меня? Я на центре. Как будет вторая фаза? Вторая фаза. Моса Берри. Отлично. Через духа играем. Не забываем. Баф дали по паладинам. Духи. Вали, 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 вали. Бьем по валькириям. На ромбик забили фиг. Убиваем печеньку, трусы. Осквернение 5 секунд. Разбежались. На турбойс. Поворачиваю лицом к осквернению.
по Геру. Геру. Разбежались осквернения. На твинте. Повалим, играем. На ромбик ярдру. Усы убейте. Убиваем, убиваем, убиваем. Все, всех разбили. Лицом к осквернению. Осквернение 4 секунды. 2 секунды разбежались, быстрее. Пиротине все делаем. На шансунге. Давайте быстрее сбегаемся. Алло. Квадрат видите? Играем, повалим. Осквернение, 3 секунды. Ушли. На тафике. Ну что ты бежишь под валиком? Так, трусы, сразу вышел с осквернения, сразу вышел. Под жопу босса, тафик. Еще раз такая фигня будет, получишь двойное ГП. Объяснялась тактика. Готовимся в Валькирии. Осквернение, разбежались. На Кназуруке. Играем. По трусам играйте. Трусы вышел сразу. Добиваем остальных. Отлично. За спину. Осквернение 5 секунд. Дальше трубку не выбегайте. Вы не успеете сбежаться под валиком. Осквернение на Гочи. Быстрее сбегаемся. Поворачивай сразу лицом к осквернению. Отлично. Быстрее. 45%. Играем чисто по боссу. Сейчас вальки возьмут трех людей. Отводи. Отводи. Играем по боссу. Отводи на край. Алиса туда, на край. Куда вальки летят. Вальки летят, веди туда. 1%. Осквернение. Не будет его. На край. Дал мастер. Зашли на край. Духов, готовимся. Забирайте духа. Шарики помогать. Шарики, помогите, Клыкач, помогай шарики. По новому духу играем. По новому уже играем. Давайте оперативней. По новому. Одного не будет, походу, да? Угу. Их только два. РДД по шарикам. Ману, регайте. Ли, вставай нас, где крестик? Где крестик, вставай. Вот тут, тут босса держи. И вот так по направляющим. Отлично, поворачивай. И чуть-чуть отведи. На Кназурука прохил. Чуть-чуть отводи. Отводи, так, ага. Каст, не забудь там сбить вар. Подожди, все. Побежали. Свернение 9 секунд. Да не должно быть. Ну, а, сквернение на турбойсе. От турбойса отошли. Быстро, 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 ребята. Отошли. Сука. Да, блядь. Что-то не видно. Мы все бежали и что-то стак отдохли.
Да, но то есть лут, то нет. Сука. Есть такая подсказка для нубов. Ну, если невнимательный, конечно, не поможет. На лича нажимаешь левой кнопкой мыши, нажимаешь правой кнопкой мыши на его портрет, нажимаешь строчку «Запомнить цель». В настройках ставишь «Увеличить рамку запомненной цели». Когда лич кастует осквернение, он выбирает человека, на которого он его кастует, в таргет, в цель. Там появляется ник и портрет этого игрока, и там можно прочитать ник. Кастует осквернение он 1,8 секунд. Какого хера вы все толпитесь в одной стороне? У меня вот этот вопрос, блядь. Можете бежать по левой и правой стороне. Смотрю, там до хера народу, блядь, с левой стороны просто стояло. Это, давайте поменяем клыкача на Вара. Давайте. Давайте. Не куришь такой был. Пёмчик, да, сесть-то, пожалуйста. Ему что-то надо вроде? Нет. Друг. Буквой К. Сука. Вот, а ты в курсе, что можно даже стойки менять и пушки на вальки? Пасос лестничь. Ну, так всегда было. Вроде не помню, что так было. То есть вары могут спасаться спокойно вообще. Сейчас подойду, Лен, гоните мой дискорд. При том, что в любой стойке. Самое прикольное — это про товарно спасаться. У нас не надо ему боб с пулом. Я ему дам, если что, салю с пула, да и все. Либо поставил шкаф, присмонили вара, нет? Клинит, поставь шкаф. Лексезус. Чё, конкурент, ну да? Чё-то мне кажется, что он фулбис, а 266. Не фулбис. Ну, не фулбис, но... Ну, шмот пойдёт нормально. Троллибой, Глора. Пушка разве что, ну, даже он не поменяет ее. Я тоже не... Я знаю, почему мы не убили, я два раза не поставил на запись. Сейчас поставить должен. Бафы даем? Чё, Юля всех варов знает сервера? Не только варов. Самое главное, что она знает самого главного вара. Чек на готовность, проверяем баф. Дай, куда его ник заканчивается на Defender. МП5 дайте, пожалуйста. МП5 раздает, пинч. Наша отходила, нет. Шредер, каски. Приходится отсюда врываться. То проебываю фулл бурст. Еще раз чек на готовность. Нет, не нужен. Извините, пожалуйста, я тут. Раздавай МП5. Да, да, да. Вадик, привет. Привет.
Чек на готовность. Клинит. Все готовы за... Давай, трогай быстрее, Муса. Неужели прибыли, наконец? Блядь, нету, я ее сама выпила. А, нет, есть.